Пасвир открыл сезон продажи рассады. На радость дачникам в наличии как традиционные овощные, цветочные, кустовые культуры, так и новинки. Объемы взращиваемой рассады немаленькие, но и спрос у населения огромный, сразу отметили работники полярно-опытной станции Всероссийского института растениеводства. Например, огурцов, это новинка нынешнего сезона, было выращено более 1000 кустов. И уже почти все раскупили. В списке новинок и томаты. А вообще, говорят пасвировцы, сельское хозяйство – одна из самых консервативных отраслей. Так что наряду с новинками о традиционно востребованных культурах ни в коем случае не забывают. Как правило, это овощные культуры, капуста нескольких видов, это и брюссельская, и савойская, кальраби, белокочанная капуста. Мы предлагаем для населения несколько видов салатов, мы предлагаем свеклу. Но, наверное, то, что раньше мы никогда не предлагали, а вот уже второй год практикуем, это продажа рассады перцев, кабачков, огурцов, томатов. В случае с огурцами и томатами в Пасвире уверены, что вырастить их на севере не проблема. Для нас это культуры тепличные. А вот получить хорошую рассаду далеко не всем удается. А здесь ее сразу закаливают и подготавливают, чтобы она не болела и быстро принялась. Но не только хлебом единым, точнее овощами, живет наш дачник. Любит он и красоту на своих участках разводить. Это работники Пасвира тоже учитывают. Мы предлагаем рассаду однолетних цветов, пожалуйста, многолетних цветов. Можно все приехать у нас приобрести. Наша труженица, на самый красивый цветок севера, как я говорю, это виола, петуния, бархатцы. Астры. Немало здесь и кустарниковых культур, в том числе ягодных. А вообще вся эта кропотливая работа по выращиванию рассады начинается в Пасвире с февраля. Готовят землю, тщательно проверяют семена. Непосредственно рассадой занимаются с марта. В расчет обязательно берутся потребности наших северных огородников. Например, стабильной популярностью у них пользуются салаты и зелень. Но и не только. Берем рассаду огурцов, кедр взяла и свеклу. Мне здесь рассада нравится. Чем? Она такая более крепкая. Дома вот вырастает, но она не такая почему-то. Угу. Какой-то секрет у них свой. Не открывают они. Наши дачники-огородники отмечают, что цены доступны даже для пенсионеров. И вообще хорошо, что в одном месте можно приобрести сразу все из гарантией. На этой неделе купить рассаду в Пасвире можно даже в субботу до 18 часов. А уже со следующей он будет работать по обычному графику в будние дни.